тургеневских охотничьих местах воронки, груды мертвого металла. Здесь за день до 12 атак отчаянная рота отбивала. А как бомбили нас, не говори, такого в Сталинграде не видали. Всю ночь качались в небе фонари, кровавым светом озаряя дали. С рассветом тигры шли на нас опять и вспыхивали дымными столбами. И приникали мы, устав стрелять, горячие фляги пыльными губами. А все же удержали рубежи в июльской битве, оправдав надежды. Окопы на полях примятой ржи проходят там, где проходили прежде. И на скелете пушки Фердинанд, прорвавшийся на русские пригорки, фотографируется лейтенант, а над пилоткой нимбом дым махорки.